Музыкальный ринг устраивают в Усть-Каменогорске. Там под аккомпанемент дамбры детей тренируют в местной секции по боксу. Мастер спорта Ильяс Оразхан совмещает большой спорт с высокой культурой. Удары джеб под кюй Курмангазы ритмично исполняют его воспитанники. Бокс с национальным колоритом увидел Вячеслав Итлугин. Айхан будет играть на дамбре, постарайтесь в ритме двигаться, понятно, слышать музыку, двигаться под этот ритм и боксировать. Тренировки под ритмы дамбры успешно практикует мастер спорта Ильяс Оразхан. Карьера на ринге стремительна, а музыка вечна. С такой установкой он готовит юниоров и весьма успешно. Быстрые движения в такт мелодиям – это тоже стратегия. Музыкальные боксеры за 4 года тренировок завоевали больше 100 медалей, причем международного образца. Вот так держат домбру, когда ты не играешь кюй. Понял? А вот так вот играют. Например, ты хочешь нажать на какую-то струну, а это называется клак. Это регулирация звуков. А еще дамбра объединяет. В перерывах между спаррингами 10-летний чемпион области Расул Марат обучает игре новичка Данилу Вешкина. Начинают с азов. Держать удар Данил научился. А вот инструмент еще не совсем. Но музыкальный слух у парня есть. Значит, все впереди. Музыка, она меня вдохновляет. Когда я слушаю музыку, мне кажется, бокс – это второй танец. Ты выходишь на ринг и танцуешь, и выигрываешь этот бой. В такой обстановке растет интерес к спорту с культурным ликбезом. Ильяс Оразхан сегодня готовит 50 воспитанников. Еще столько же в очереди к тренеру меломану. Прежде всего на тренировках наша задача заинтересовать ребенка, чтобы ему было интересно. И в первую очередь интересно, но и второе, чтобы он учился чему-то. Настроение друг другу поднимаем музыкой. У детей вот. Не чувствуется усталость благодаря этому. И они лучше начинают работать на позитиве. Вот в таком формате музыкальные боксеры Усть-Каменогорска проводят послетренировочные восстановительные упражнения. И как мы сами видим, все это приносит результат. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. 24KZ.